Привет! Добро пожаловать на канал Мылоо. И сегодня хочу сделать обзор розового глиттера «Мерцающее сияние». Глиттер представляет собой микроионизированные блестки яркого цвета. Сегодня глиттер пользуется сумасшедшей популярностью во многих косметических и арт-областях. Блестящие частицы смешиваются с расплавленной мыльной основой и застывая получается мыло с блестками. В маслах для тела применяют глиттер очень мелкой фракции с перламутром. После такого масла все тело сверкает и блестит. Вы откроете для себя много новых рецептов мыла с блестками. В магазине маловарения мыло Опт вы можете купить в розницу от 10 до 50 грамм понравившегося вам глиттера. Для оптовых покупателей существует фасовка 1 килограмм. Применение глиттера в бытовой жизни. Маловарение, это мыло с блестками, косметика, блеск для губ, помада, масла для тела, крема, макияж. Лакокрасочные работы, рисование картин, производство светоотражающих билбордов и бипбордов. Нейл-арт, рисование на ногтях. Блеск тату, нанесение на тело рисунков с глиттером и клеем. Творчество, аппликации, игрушки, поделки, картины, декорирование, стильное оформление диско-клубов, баров, ресторанов и детских развлекательных центров. Вот такой пакетик, так вот он упакован, он хорошо закрыт, поэтому блестки не рассыпятся. Фасовочка у нас идет 10 грамм. Спасибо, что посетили наш канал, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!